Ну что, друзья, привет, хочу вас обрадовать. Я уже купил две арканы для розыгрыша на 555 подписчиков. Надеюсь, к концу этого месяца мы их наберем. Это аркана на Лину и на СФ. А сейчас я хочу анонсировать еще один розыгрыш. Он будет в моей группе ВКонтакте. Разыгрывать буду вот эту штуку на Вайда. Она стоит почти 15 баксов. Чтобы ее забрать, переходите в группу. Ссылку оставляю в описании. Там в закрепе я выложу пост с правилами участия. Удачной всем победы. Ну и что ж, приступим к просмотру видео. Для начала вам нужно будет завести несколько Twitter аккаунтов. Я советую завести 5 аккаунтов и привязать их обязательно к номеру телефона. Потому что Twitter будет часто запрашивать этот номер телефона, чтобы вы разбанивали аккаунты из-за того, что вы будете много фолловить и репостить. Twitter этого не любит. После того, как вы это дело зарегаете, соответственно, нам нужно будет подписаться на твиттер-аккаунты различных стримеров, а также на аккаунты игровых сайтов, типа там CoinFlip'а, Double'а, различных рулеток. Они в твиттере очень часто проводят розыгрыши. В них мы и будем участвовать, как вы уже догадались. Такие аккаунты есть у меня в читаемых. Я скину ссылку на свой аккаунт, в общем-то. Тут вы пофоловите этих людей, эти сайты. И, соответственно, после этого в ленте новостей у вас будут розыгрыши. Участвовать в них очень просто. Но если вы не шарите в Твиттере, сейчас я вам объясню, что именно нужно будет делать. Сейчас найдем такой розыгрыш. В общем, допустим, вот этот. Тут просят основное, это тут нужно будет... Не нужно никуда переходить, вот когда просят перейти на сайт, это все фигня. Просто ретвит, фоллоу, то есть подпишитесь на него, на Hillcase, читаем их, чтобы он у вас был. Ретвит и tag your friend, как тегать френдов, сейчас я объясню. Подпишитесь, помимо того, что на какие-то стримеров и на сайты, еще ну, на свои же аккаунты подпишитесь, у вас же 5 аккаунтов будет. И, соответственно, делайте репост и здесь отмечаете один из своих аккаунтов. После того, как вы это сделали, просто берете и нажимаете на эту кнопку «Твитнуть» и все. Вы участвуете в розыгрыше. Если вы победили, то у вас, во-первых, все уведомления будут забиты. Там будет не менее 5 уведомлений. Все будут вас упоминать, говорить: красавчик, молодец, ты это сделал, хорошая работа, поздравляю. И, естественно, в личку вам будут писать, что вы победили. А давайте сейчас посмотрим. Вот CSGO Double мне дал, ну, короче говоря, 5000 коинов. Тут не видно, что именно. Сейчас еще что-нибудь найду годное. Вот. Drake Moon. Тут я вообще выиграл нож. Вот этот вот скрин с выигрышем. Нож Fate, Factory New. Вот я. Соответственно, мне его дали. Стоил он в то время где-то 5000 российских рублей. То есть, особо везучим людям можно выиграть и Dragon Lore. Да, тут часто разыгрывают и Dragon Lore, и другие дорогие скины. Просто не поленитесь, создайте 5 аккаунтов. И с каждого... Постоянно что-нибудь доретвитите. В день у вас должно быть не менее 50 ретвитов. Если у вас вдруг забанят время на страницу, вы вводите свой номер телефона, на него приходит смс-очка, и опять вы можете разбанить страницу и снова репостить. Удалять аккаунты за большое количество твитов у вас никто не будет. Ну что ж, удачной всем победы подобных розыгрышах. Подписывайтесь на канал. Ну а сейчас я покажу, как сам провожу розыгрыш, раздаю подписчикам деньги. Кстати, участвуйте и в моих розыгрышах, в моей группе, как я и говорил, также на канале. Частенько среди подписчиков они проходят. Разыгрывал я компедиумы, но в итоге их не получилось передать, и из-за этого я так решил, что просто буду раздавать деньги на Steam. И все это, соответственно, сделал до последней копейки. Всем победителям отослал их заслуженные призы. В среднем это было по 600 рублей.
Ну, по крайней мере, не меньше. Даже так скажу. Потому что кому-то я еще дополнительно давал там 50-30 рублей. В зависимости от моего настроения. Ну что ж, удачных вам всем побед в дальнейшем. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки.